Шалом, друзья! Сегодня 14 число месяца Ияр, Пейсах Шени. Сегодня Адмор Закен пытается объяснить нашему человеческому ограниченному разуму, что такое Эйнсоф, безграничный Творец. И тут возникает наибольшая проблема. Человек устроен так, что он может понять и постичь что-то, что уже существовало в его сознании. Любая вещь, понятие, с которым столкнулся наш разум, это что-то ограниченное. В то время как Всевышний бесконечный, неограниченный. И поэтому мы должны понять, что на самом деле не понимаем ничего. Практически, что это обозначает? Мы должны верить во Всевышнего и понимать, что Он выше всего, и нет Ему примера. И так как муравей не может представить себе, кто такой человек, так и человек не может нарисовать себе в уме, кто такой Эйнсоф и каковы его возможности. Поэтому у нас должно быть больше веры и больше битуль, самоаннулированные по отношению к Творцу и уверенности в Нем. Понять, что Всемогущий, Он Всемогущий. Это не только слово, но и то, что Он в действительности обозначает. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.